بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Страница 106. Говорит, كذلك الإيمان بالرسل. Также то же самое может сказать о вере в посланников. То есть, что то же самое? То же самое, то есть вера в посланников тоже бывает у нее минимальная часть, которая достаточно, чтобы человек зашел в ислам и стал верующим, так? И есть у нее что уже более подробные вещи, которые человек каждый раз как узнает, должен в них уверовать. Говорит, казали калиманы бир-русул, иза амана аль-муслим, би анна Аллах джалла ва'аля арсала русулан. Если уверует мусульманин, то что Всевышний Аллах послал посланников, ба'асахум бит-тавхид, послал их с единобожием, яд'уна аквамахум иля ат-тавхид, и они призывали свои народы к единобожию, ва аннахум баллагу ма умиру бихи, и то, что они донесли, то есть то, что каждый из них донес, то, что им было приказано, ва айядахум Аллах биль-муъджизат, и то, что Всевышний Аллах как называется, укрепил их так или поддержал их чудесами, биль-барахини валь-аят, разными доводами и знамениями, аддалля аля сидкихим, которые указывали на их правдивость, ваннахум кану аткия убарара, и то, что они были богобоязненными, благочестивыми людьми, баллагу аль-амана ва аддур-рисала, и то, что они донесли ту ответственность, на которую Всевышний на них возложил, и донесли послание до людей. То есть, тот человек, который уверит вот во все это, так? Тот, кто уверит во все это, говорит, бихаза якуну амана бир-русули джамиан, то будет из тех, которые уверовали, в общем, посланников. Сумма юмину иманан хасан. А также он должен уверовать еще верой во что? Би Мухаммадин саллаллаху алейхи вассаляма, так? Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма. Бианну хатам ар-русуль, то, что он является последним из посланников. Ванну джалла ва'аля ба'асаху биль-ханифияти самха. И то, что Всевышний послал его с религией единобожия самха, легкой. Бааса убедин ислам, аллази джаалаву хатам аль-адьян ва ахир ар-рисалат. Всевышний послал его с религии ислам, которую сделал последней религией и последним посланием. Так? То есть последним шариатом, который не послан людям до судного дня. Аль-хисму ссани, это что? Вот это вот первая часть, минимальная вера у человека должна быть в это. Если он в это уверует, то называется, что он веровал в посланников. Аль-хисму ссани, что касается второй части веры, так? То есть более подробный аль-иман ат-тафсили бир-русул, то это более подробная вера в посланников. Аль-нахви ма аудахту лакум, подобно тому, как я вам уже разъяснил ранее. То есть на прошлом уроке мы это читали. Фихи макамат касира фи залик. Относительно этого есть много ступеней. Ядба аль-ильм ат-тафсили би ахваль ар-русул. То есть твое знание уже более подробное так дает тебе, как называется, дает тебе информацию о том, в каком положении находились посланники. Ва асмаихим так, какие имена у них были. Ва ахвалихим ма аквамихим, что происходило между ними и их народами. Ва ма дау илейхи, чему они призывали. Ва кутубихим ва нахву залик, и об их книгах и тому подобное. То есть у кого посланника, какая книга была и так далее.